Да, друзья, у нас сегодня будет поступление нескольких мулов. Из-за того, что машинка у нас не позволяет вместить сразу несколько единиц, будут привозить по одной штуке. Сейчас у нас прибыл мул 1221, 130 лошадиных сил. Производится данная машина в Беларуси на Мозырском машиностроительном заводе. Имеет уже с завода комплексную лесную защиту. Лесные шины с индексом ЛС. Диски, обваренные прутком. Защита днища. Из данных машин мы собираем различную технику. Это может быть мульчерное оборудование, измельчители. Устанавливаем фронтальные погрузчики. То есть все агрегаты, которые могут быть поставлены на трактора «Беларус», мы это делаем в своем сервисном центре. Сегодня у нас еще поступят мулы 82.2 мощностью 81 лошадиная сила. Машина универсальная, лесная, мул 1221, она по документам. Данные трактора всегда есть на нашем складе. Есть свободные машины, поэтому обращайтесь, если нужно будет кому-то собрать на базе данного трактора машину, с удовольствием поможем.